Именитые актеры и режиссеры, уникальные спецэффекты, сценический образ, акробатические и танцевальные номера. Впервые в Новосибирск приехал цирковой мюзикл «Сколько стоит любовь». В зрительном зале новосибирского цирка нет свободных мест, а вход только для тех, кто старше 16. Для зрителей здесь дают уникальное шоу «История о том, сколько стоит любовь». Идея заключалась в том, чтобы донести современными средствами и самыми мощными средствами эмоциональную идею спектакля о том, что, в общем, любовь, она бесценна. Это мюзикл с элементами комедии и драмы. Здесь удивительным образом сочетаются уникальные цирковые трюки и современная хореография. Красивая музыка и номера в лучших традициях бурлеск-шоу. А костюмированная феерия завораживает. Работать в этом спектакле, я считаю, что огромное удовольствие. Особенно для драматического артиста. Потому что здесь столько разных жанров. В основе шоу невыдуманная история любви. Между Казановой и посетительницей клуба для дам вспыхивает искреннее чувство, но судьба выстраивает все по-своему. В Новосибирске запланировано всего лишь 6 спектаклей, и те они будут до 8 декабря. Не пропустите. Ксения Бородкина, Вениамин Мамаев, новости ОТС.